Ну вот похоже, в то же самое время США и Южная Корея решили объединиться, чтобы противостоять угрозе Пхеньяна. Американские системы ПРО появятся в Южнокорейской республике уже в следующем году. В самой же Северной Корее считают, что этот шаг скорее направлен на сдерживание России и Китая. И тем временем появляется информация, Северная Корея готовится к очередному запуску баллистических ракет. Случиться это может в ближайшие два дня, об этом говорят данные американских спутников. Если запуск произойдет, он будет уже девятым за год, и это не считая ядерных испытаний. Вообще Пхеньян любит проводить испытания накануне важных событий в США. Ведь скоро там выборы президента, так что вполне возможно запуск станет подарком к выборам. Ну а до этого Северная Корея отправила спутник в космос в день финала первенства американской футбольной лиги, а один из последних запусков пришелся перед президентскими и дебатами во время визита лидеров Южной Кореи в Вашингтон. Ну, может быть, это всего лишь совпадение?